Аниматоры Махачкала, Эльвин, подписывайтесь, друзья, приглашайте. Сейчас они выступят и покажут вам шоу. Ну-ка, все детки, встаем, 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 давайте, давайте, все, все. Ты тоже, я тебя вижу, вставай, 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 давай, 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 давай. Вы тоже идемте быстрее, быстрее, вот сюда. Да, ух ты, какая ты красивая. Давай, давай, скорее, скорее, скорее. А кто последний, тот сосиска. Давайте быстрее, быстрее, быстрее. Это все, что ли, нас так мало? Ну что, ребята, скажите, вот вы любите играть? А танцевать? А почему так тихо, я не слышу, играть любите? Да. А танцевать? Да. А вы умеете здороваться? Да? Ну-ка расскажите, как обычно люди здороваются? Вот мне сказали, что здороваться — это когда два человека друг к другу подходят и начинают друг друга бить. Это правда? Нет? А как? Здравствуй. Вот я вам сейчас скажу «здравствуйте», а вы сможете на всю Махачкалу громко крикнуть «здравствуй»? Только смотрите, знаете, насколько громко нужно? Вы хотите напугать нашего президента Владимира Владимировича Путина? Хотите? Да? Нет, смотрите, вот вы представляете, наш президент Путин сидит у себя в Кремле, что-то там пишет, что-то делает, и тут мы из Махачкалы кричим «Здравствуйте!» Он испугается, подпрыгнет и башкой в потолок треснется. Хотите, так сделаем? Ну-ка, давайте на счет три. Один, два, три! Здравствуйте! Это вообще не громко, еще громче сможете? Ну тогда раз, два, три! Вот, а теперь смотрите, видите, наши взрослые сидят, и мне кажется, им не совсем весело. Хотите, мы им много энергии дадим, давайте? Ну-ка, все садимся. На счет три подпрыгиваем и громко кричим. Ура! Договорились? Да. Ну тогда, один, два, три! Ура! Умнички! А теперь давайте мы своей энергией поделимся со всем миром, хотите? Тогда на счет три громко кричим. Ура! Один, два, три! Ура! А теперь еще громче, раз, два, три! И еще громче, раз, два, три! Вот, молодцы, ну что, теперь у вас есть энергия со мной играть? А танцевать? А вот вы сможете со мной танцевать очень сложный танец? Сможете? Вот смотрите, там движения такие легкие, они для маленьких детей. Я вам буду показывать, а вы за мной повторять. А знаете, почему танец сложный? Движения будут постоянно ускоряться, и мы должны будем танцевать все быстрее и быстрее. Вы справитесь? Ну тогда смотрим на меня и повторяем. Ну-ка, вот так вот пошагали. Как мишки косолапые. И пошли все налево. Мы пойдем налево. Направо. Мы пойдем направо. Поворачиваемся. Два раза повернемся. Вот так вот тянемся. Потянемся, проснемся. Прыгаем. Попрыгаем на шагаем месте. Вперед и назад, как пингвинчики. Обратно, как пингвины. Катимся с сардиной. Ручки поднимаем. Поднимем, опустим. Поднимаем, поднимем, опускаем. Опустим, поднимаем, поднимем и прыгаем. Да, а теперь обнимаем сами себя. Хопа, ну что, легко было, правда? А теперь сможете сделать все то же самое, только быстрее. Раз, два, три. Ну тогда раз, два, три. И пойдем налево. Направо. Мы пойдем направо. Поворачиваемся. Два раза повернемся. Тянемся. Потянемся, проснемся. Прыгаем, попрыгаем на шагаем месте, вперед, вперед, назад, как пингвинчики. Обратно, как пингвины, покатимся с сальдинкой. Ручки, руки поднимем, опустим, поднимем, опустим, поднимем. Да, и друга обнимем. И еще быстрее. Раз, два, три, и... Мы пойдем налево, мы пойдем направо. Два раза повернемся. Тянемся, проснемся, попрыгаем на месте, шагнем вперед все вместе, обратно, как пингвины, покатимся с сальдины, и руки поднимем, опустим, поднимем, опустим, поднимем, да, и друга обнимем. Очень хорошо. И еще быстрее. Раз, два, три, и... Мы пойдем налево, мы пойдем направо. Раз, раз. Два раза повернемся, потянемся, проснемся. Попрыгаем на месте, шагнем вперед все вместе, обратно, как пингвины, покатимся с сальдиной, и руки поднимем, опустим, поднимем, опустим, поднимем, да, и друга обнимем. А теперь стой, самый быстрый быстрее. Раз, готовы? Раз, два, раз, три, два, три. Мы пойдем налево. Направо. Мы пойдем направо. Поворачиваемся. Раз, повернемся. Тянемся. Тянемся, проснемся.
Прыгаем вместе, шагаем вперед вместе. Бин-бинчики, покатимся сальдинки. Ручки поднимем, опустим, поднимем, опустим, поднимем, да. И обнимаемся, похлопали себе. Ну что, не сложно было? Нет? Теперь хотите, мы с вами поиграем. Давайте. Вот скажите, ребята, вот вы когда-нибудь бывали внутри настоящего сыра? Никогда? А хотите? Вот тогда смотрите, что мы сделаем. Все вот сюда вот садитесь. Вот давайте вот прямо сюда садитесь. И мне нужна будет помощь одного взрослого сильного мальчика. Так, кто мне будет помогать? Сейчас, вот, вот, вот ты вставай. Идем, идем, вот сюда остановись. Bitches on my stick, but my name ain't Harry Potter. Nope. She lick it up, make it disappear like Tata. Wow. She asks for some dollars, not a bitch getting out of. Yeah. And I'm in this bitch for my. Смотрите, ребята, когда я скажу 1, 2, 3, вы все громко крикните «Ура!» Ножку, ножку. И побежите через этот сыр сначала в одну сторону, потом в другую. Договорились? Не слышу, договорились? Вы готовы? На все 100%? Ну тогда... 1, 2, 3, побежали! Ура! Идем, идем, идем! Давайте, давайте, давайте! Проходим, проходим, проходим! А теперь назад, назад, не стоим, не стоим! Обратно, идем, обратно, обратно, обратно! А теперь назад, назад, назад. Быстрее, быстрее, у вас 10 секунд. Быстрее идите, быстрее. Идем, 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 идем. 5 секунд уже осталось. Давайте, давайте. 5, 4, 3, 2, 1. И стоп. А теперь все, ребята, просуньте вот сюда головы, мы вас будем фотографировать, хорошо? Ну-ка, вот так вот головы просуньте. Ну-ка, можете подойти сфотографировать, у вас есть 10 секунд. Ну-ка, все улыбаемся. Улыбаемся, улыбаемся. И все скажите «Чипсы!» Не слышу вас еще раз, «Чипсы!» А теперь «Ура!» И похлопали себе, умнички, вылезаем. Так, а теперь, ребята, скажите, вот вы любите подарки? Подарки любите? Не слышу, любите? Хотите получить от меня подарок? Тогда вон туда становитесь, давайте и смотрите. Если мы сейчас с вами станцуем танец, я подарю вам подарок, договорились? Ну, тогда смотрим на меня. Включите нам, пожалуйста, для самых стильных танец. Сейчас будем показывать, какие мы с вами стильные, хорошо? Ну-ка, ручку вот так вот подняли и вот так вот делаем. А погромче можно? Даже не думай, что-то от меня у нас все остается в силе. Мы эту ночь сегодня будем разукрашивать, а мы на силе. Даже не думай, что-то от меня у нас все остается. А теперь показали татухи. Татухи набили, губы налепили, ногти напилили. Негатив удалили, позитив на силе. И до-до на силе. Садимся все, садимся и прыгаем. Руки вверх. Со мной все в порядке. Еще, еще выше. Просто стала я сама себе рекламой. Погрузили. Мой лайфстайл, мама, все заценили. В другую сторону. Мама, мама, я у тебя на силе. А теперь вот так вот ручками. Затусили, отскочили и на стиле отвалили к маме. Все в стиле, мы на стиле минимально загрустили, отпустили грусть. И похлопали себе. Умнички, ну что, готовы сюрприз получить? Ну тогда все громко хлопаем и зовем. Подарок! Я вас не слышу! Подарок! А что вы не зовете? Давайте еще раз. Подарок! Подарок! Подарок!
Подарок. Ну-ка, подарок нас не слышит. Ну-ка, давайте все вместе. Подарок. Ну-ка, все скажите привет. А теперь смотрим на Бубу и повторяем за ним. That's my alias, my jury. Повторяем за Бубу. I eat niggas for dinner. I am no pretender. Whatever I pull out the driveway, it is not a runner. It's marvelous. On top of this, no stopping this. Еще быстрее, повторяем. This slap the top, she popping it. It's obvious. All in her esophagus. I'm so fucking cocky, rich. Pulling for that cocky shit. My boom man, they got hockey sticks. Jimmy's on spec, like a boom, boom, boom. И подумали себе умнички. Ну что, вы узнали, кто это? Ну-ка, как его зовут? А он кто? Он обезьяна или собака? Я понять не могу. Ну-ка, никто не знает, кто это? Буба, а кто он? Кто он? Ты кто, Буба? Ну-ка, на ушко скажи. А, ты домовенок так. А вот смотрите, я знаю, что Буба хочет нам что-то сказать. Хотите, послушаем? Ну тогда вот так вот ушки приготовили. И все слушаем. Готов, Буба? Давай. Вы хоть что-нибудь поняли? Он что, на даркинском, что ли, сказал? Я ничего не понял. Вы ничего не поняли? Ты что, Буба, хотел нам сказать? Что ты нас всех любишь? Ну-ка, давайте мы его обнимем. Давайте, давайте, обнимаем. Опа! А теперь отпускаем, отпускаем. И смотрите, вы знаете, что у нашего Бубы самый волшебный нос, который исполняет желания. Смотрите, хотите, чтобы он наше желание исполнил? Да? Буба, идем сюда тогда. Давайте все ручки вот так вот ему на носик положим. Ну-ка, давайте. Закрывайте глаза и загадывайте желание. Загадали? А теперь смотрите, если сейчас Буба чихнет, то наши желания сбудутся. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, чихнул, похлопали, ура! Так, хотите еще станцевать с Бубой? Ну тогда все смотрим на меня и повторяем за мной. Буба, двигайся, ты толстый. Ну-ка, ну-ка, смотрим и повторяем. Вот так вот дудочку делаем. I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher. Welcome boys, too much noise I will teach ya. Pum pum pow, drum pum pow. Hey, I think you forgot how to play. My teddy bear's running away. The Barbie got something to say. Hey, 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 hey. My summer says leave me alone. I'm taking my Pikachu home. You're stupid just like your smile. А теперь остановились и летим. Садимся, все садимся и пошли как курочки. А теперь все взлетаем. Еще выше. Садимся и пошли на курочки. А теперь все взлетаем. И похлопали себе умнички. Ну а теперь будем с вами играть. Ну и тогда все вот сюда вот садитесь.
Давайте, давайте сюда. И скажите, точнее, поднимите ручку, как вы думаете, кто тут у нас самый пластичный? Есть пластик? Кто умеет шпагат делать? Ну-ка, давай. Идем. Кто? А, я крикнул и убежал в Узбекистан. Что такое? Так, смотрите, давайте мы сейчас... Кто? Давайте мы сейчас проверим, кто самый пластичный. Хотите? Не слышу, хотите или нет? Ну, сейчас тогда я кое-что принесу. Подождите. Смотрите, вот сейчас мы с Бубой. Иди сюда, Буба. Вот, держи. Мы сейчас канат вот так вот поднимем. Его никто руками не трогает. Когда я скажу 1, 2, 3, мы с вами будем проходить под канатом вот так вот. Девочки могут вот так вот танцевать. А мальчики могут ходить, как Конора Макгрегора, вот так вот. Самое главное, запомните, вы ничем не должны касаться каната. Ни руками, ни носами, ни пузами, ни даже попами. Договорились? Вы готовы? Ну тогда приготовились. Идем. 1, 2, 3 и поехали. Идем. Теперь назад. Назад. А танцевать кто за вас будет? Идем. Oh, every night I close my eyes, I see the sun and you're my paradise. And when you're lost, а теперь все остановились и опускаем канат еще ниже. Вот так вот кто сможет. Ну-ка, давайте. Главное, не касайтесь каната. А ты что стоишь? Давай скорее. Давай. Я тебя сейчас за ногу потащу. Идем. Теперь остановились и еще ниже, вот так вот кто сможет. Давайте, не стоим, идем. Давай. Одежду дома мамы постирают, что страшно. Идем. Давай ты тоже, давай. А теперь остановились и смотрите, что мы будем делать. Если вы видите, что канат летит в вашу сторону, вы перебегаете туда. Если канат летит туда, то вы бежите туда. Самое главное, чтобы канат нас не догнал. Договорились? Да. Готовы? Да. Не слышу, готовы? Да. Ну тогда вот так вот, как индейцы все сделали. О-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И начали! А теперь нагнитесь, потому что сейчас вообще будет низко. Готовы? 1, 2, 3! И похлопали себе, умнички! Так, а теперь скажите, ребята, как вы думаете, кто у нас сильнее, мальчики или девочки? Кто ты? Ну-ка, вот сюда остановись тогда. И все мальчишки, давайте вот сюда, мальчики, вон туда. Я тебе говорю туда, а ты вот туда идешь. Так, а вы сюда, девчонки, и мы сейчас будем придумывать название командам. Вы, девочки, как называетесь? Давайте вы будете команда «Бешеные кролики». Нет? Да, хорошо, вы «Бешеные кролики», а мальчики у нас кто? Хабиба Нурмагомедова пойдет. Давай, хорошо. Держите, мальчики, канаты, девочки тоже. Когда я скажу 1, 2, 3... Давайте вот сначала немножко вон туда отойдем, чтобы место было. Сюда. Мы еще не тянем, подождите. Начнем тянуть канат. Иди сюда. Девчонки, идите вперед, вот сюда. Когда я скажу на старт, внимание, марш, вы начнете тянуть канат, каждый в свою сторону. А как только я скажу стоп, вы канат не бросаете вот так. А вот просто крепко держите в руках и больше не тянете. Договорились? Мальчики, вы готовы? Да. А девочки? Да. А давайте сначала мы друг друга напугаем. Хотите? Ну-ка, смотрите, мальчики, сделайте серьезное злое лицо и на девочек кричим. Испугались девочки? Ну-ка, давайте ответочку еще громче. Ну-ка, мальчики, давайте серьезней. Вообще не страшно. Готовы? Так, 1, 2, 3, поехали. Тянем. Ух ты! Одинаковые силы, что ли? Помоги себе!
мальчики, мальчики. Но это был только первый раунд. Так что идем сюда. Ну-ка, девушки, идемте нам помогать сюда к девочкам. Идемте, идемте. Давайте, давайте, давайте. Сейчас мы помощников найдем, и все, хана будет. Готовы? Не слышу, готовы? Ну тогда, один, два, три, тянем. И стоп, красотки, девочки. Так, ну что, у нас 1-1 получается. Значит, нужно что сделать? Последний раунд. Готовы? Держим, держим, держим. Ничего страшного. Не-не-не-не-не. 1, 2, 3, поехали. Давайте похлопаем, мальчики у нас победили. Ну а теперь мне нужны два взрослых, которые ничего не боятся. Два очень шустрых взрослых. Кто пойдет? Идемте вы, дядя. Становитесь. И девушка, которая вообще ничего не стесняется. Пойдете? Давайте. Так, смотрите. Вот вы вдвоем сейчас будете танцевать, кто круче. Но танцевать вы будете не просто так, а мы на вас оденем супермодные штаны, которые создавали специально для вас во Франции. Самый крутой модельер их создавал. Ну-ка, держите. Это вот прям, по-моему, на вас шили, даже вот прям по вашей талии. Так, дядя что, испугался? Дядя, идемте. Так, вот красные штаны, по-моему, на аварцев делали их. Так, а мы, ребята, будем громко им хлопать, а в конце решим, кто круче танцевал. Ничего не стесняйтесь, тут все свои ножки можно выше, вот так вот высоко поднимать, можно прыгать. Что хотите, делайте, главное, не стойте. Готовы? Ну тогда 1, 2, 3 и танцуем. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ты пчела, я пчела. Вау! А мы любим. Хлопай, хлопай, хлопай! Мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчела, я пчела. Танцуем, танцуем, танцуем! Ножки выше, вау! Никто не узнает, куда пропадали. Мы пчелами летали до утра. Жужжали, жужжали мы над этажами. Меня приняла луна. Прыгаем, прыгаем, прыгаем! Мы просто пчелы. Вот это да! Мы просто пчелы. На все готовы. А теперь приготовились и полетели. Я пчеловод, а мы любим мед. А мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед. И похлопали, молодцы. Ну а теперь давайте будем знакомиться. Как вас зовут? Азарина. Арсен. Так, ну что, кто считает, что у нас победила Азалина? Громко-громко похлопали! А кто считает, что победил Арсен? По-моему, Арсен громче было, да? Да, ну-ка, давайте еще раз. Кто считает, что победила Азалина? А кто считает, что победил Арсен? Ну, давайте дружбу сделаем. Даже оба победили. Вы вообще были суперкрутые. Похлопали! Умнички. А снять, конечно, можно. Вот, вам большое спасибо. Так, ну что, ребята, что я вам хочу сказать? Вам понравилось вообще? Да, очень-очень? Тогда хочу сказать, что вот этот праздник специально для нашего золотого Карима сделали аниматоры Махачкалы Элвин. Так, и хотим пожелать Кариму... Все вместе идемте сюда, вот так вот ручки поставили. Мы хотим пожелать Кариму, чтобы он выздоровел. Много-много здоровья, вообще очень-очень много, чтобы он очень много улыбался, и чтобы все родные и близкие его люди всегда были рядышком. И давайте на счет три все поднимаем ручки и громко кричим «Ура!» Договорились? 1, 2, 3! Ура! Выздоравливай, Карим, мы тебя любим! Всем пока-пока! Ну что ж, детская программа «Шоу для Каримчика» подошла к концу. Дорогие друзья, я хочу попросить маму нашего Карима выйти в центр, и она хочет поблагодарить вас всех. Дорогие друзья, я этого мальчика знаю с 3 лет, поэтому я решил организовать эту концертную программу.
Не могу сказать многословие, такой трогательный момент, дорогие друзья. Я умею говорить с 6 лет, но в таких случаях и в такой ситуации слова, которые я хотел выразить, которые я готовился вчера, ну, не получается у меня, так как я этого ребенка знаю с 3 лет. И единственное, что я могу пожелать здоровья Каримчику и вам всех благ и терпения за то, что вы столько лет ни работы, ни гостей, ни похороны, ни свадьбы. Она все эти 10-11 лет сейчас, да, Каримчику? Она была рядом с ним. Давайте, дорогие друзья, поаплодируем бурными, громкими аплодисментами. Я извиняюсь. Уважаемые гости, уважаемые друзья, столько лет знаю Магомеда Расула, не знал его с такой хорошей стороны, как сегодня его узнал, то, что он Каримчика знает столько лет, и сегодня вот решил такое сделать красивое мероприятие для этого мальчика. Магомед Расул, тебе спасибо огромное за то, что ты вот так вот людей не забываешь. Дай Аллах тебе здоровья, много-много лет жизни, и слово передаем нашей маме Каримчика, да? Добрый вечер. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто присутствующим. И кто не смог прийти, даже желал, но не смог с этим коронавирусом, как говорится. Всем желаю огромного здоровья, чтобы вы были здоровы, чтобы ваши дети были крепкими, бегали, радовались детьми. Это, наверное, самое большое счастье в этой жизни. Я это поняла сама на своем опыте. Браво! Пусть Аллах вас вознаградит за все ваши благие деяния и ваши рызы приумножит, которые вы пришли, поддержали нас. Пусть, даже хоть пускай, извините, я вам очень всем благодарна, спасибо еще раз огромное, что пришли помочь мне, моему сыну, ангелочку, Каримчику. Дай Аллах вам здоровья всем. Дорогие друзья, я еще раз хочу повториться. У меня на сторисе, у меня на ленте есть реквизиты. Все те, кто могут чем-то помочь. Но я думал, что я сегодня могу собрать хорошую сумму, но, к сожалению, не получилось, так как многие, которые хотели прийти, по уважительной причине не смогли прийти. Попрошу всех, это, ну, кто сколько сможет. Есть реквизиты. Ибрагимов, Карим, Инстаграме подпишитесь. Я оставлю ссылку у себя на странице. Там Адам Магомед Расул, многие подписаны на меня. Заранее вам большое спасибо. Дай Аллах вам здоровья, счастья, любви и долгих лет жизни вам и вашим близким, и вашим детям, и вашим семьям, конечно же, всем вашим родным.